Здравствуйте, вы на канале Радости с огорода. Сегодня я буду сеять салат. Салат Диомис листовой, салат Лола Микс, аттракцион печенной и посажу еще горчицу. Для этого мне понадобится два горшочка. Здесь биогумус и грунт. Грунт я беру универсальный с формулой. Азота 140, фосфора 180, калия 200. Состав грунта – это смесь торфов различной степени разложения, известняковая мука, комплексное минеральное удобрение. Грунт. Что представляет собой грунт? Вот такой, достаточно увлажненный. Разложили грунт в горшочки. Теперь прольем, это у меня чайная заварка, и будем сеять. Ну вот, разложили семена, подписали. Биогумусом присыпем. Присыпали биогумусом. Одели пленочку. Проткнули зубочисткой. И ставим в темное, теплое место. И пожелаем растите большие и маленькие. Будем следить за вами. Ну а если вам понравилось мое видео, ставим лайк, подписываемся на канал.